نفسا زكية. الله أكبر الله أكبر. Мы оставляем что-то ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Если у нас есть какие-то привычки, нехорошие привычки, если мы оставим это ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, Аллах Тааля заменит там эти привычки. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها
عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فجزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله وصلى الله تعالى وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Уважаемые братья, дорогие мусульмане, мы с вами живем в такое время, когда среди людей распространились множество различных болезней, по причине которых умирают наши друзья, родные, знакомые. И быть может, возможно такое, что мы с вами тоже умрем по причине какой-то болезни, потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сделал нас временными наместниками на этой земле. И одной из самых неожиданных и страшных болезней является болезнь сердца. Ведь многие мы видим, как молодые, взрослые умирают по причине остановки сердца, по причине инфаркта, по причине инсульта. И Всевышний Аллах Субхана ва Тааля нам рассказывает в Коране, говорит о болезни сердца. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, часто нам напоминает о болезни сердца. Однако они не имели в виду болезнь, какую-то кардиологическую болезнь. Имелось в виду именно глубокую болезнь, которая находится в глубине нашего сердца, духовной нашей болезни. Потому что именно духовная болезнь сердца, она страшнее любой кардиологической болезни. Потому что когда человек умирает по причине инфаркта, по причине инсульта, он умирает, как умирают все обычные люди. То есть он уходит из этого мира, из этого дня и покидает этот свет. А когда человек умирает по причине жесткости, черствости своего сердца, он лишается ахара, лишается вечности своего мира, вечного рая. Поэтому именно болезнь сердца, именно духовная болезнь сердца, она страшнее любой физиологической болезни. И тот человек, у кого черствое, жесткое сердце, подобно камню, этот человек подобный мертвому мертвецу. Вроде бы он живой, но он подобный мертвецу. И когда мы видим порой вот наших братьев, когда видим, замечаем на мусульмане, если посмотреть на этого человека, вроде бы внешне он мусульманин, он и бороду таскает, и в мечеть ходит, но однако понаблюдаешь за ним немного, и ты видишь, когда этот человек достает сигарету и закуривает. Или бывает такое, когда мы видим, когда мы приходим, например, на намаз, и когда человек забывает отключить свой телефон на бесшумный режим, мы видим, когда во время намаза это является тоже признак того, что ты относишься неответственно, наплевательски на намаз своего брата. И когда ты слышишь, когда играет на звонке клубная музыка, которая именно на самом деле разнится с образом мусульманином, и ты понимаешь, что на самом деле наше общество начинает разлагаться. Наше общество разлагается, мы видим вокруг, как это все происходит,
но и при этом мы не делаем наставления этим людям. Почему? Потому что наши сердца тоже стали каменными. Именно наша каменность, черствость наших сердец стала таким, и мы не обращаем на это внимания. И мы здесь видим, вот насколько здесь собралось крепких, красивых, здоровых людей. Вы не думайте, что мы совершаем грехи, что мы все уже безнадежные люди, что от нас нет пользы. От нас есть польза, если мы возьмем вовремя, если возьмем все в руки. Именно когда мы возьмем все в руки и начнем работать над своими сердцами. И мы не должны, дорогие братья, ограничить свой ислам только посещением джума-намаза. Именно наш ислам не должен строиться только посещением этого джума-намаза, и после этого мы прекращается наш ислам, мы выходим за территорию мечети и начинаем творить те вещи, которые не подобают совершать мусульманину. Потому что мы оставляем что-то ради Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Если у нас есть какие-то привычки, нехорошие привычки, если мы оставим это ради Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, Аллах Тааля заменит нам это лучше. Если на самом деле мы оставим что-то плохое ради Аллаха, Аллах нам заменит этим лучше. Есть братья, которые, например, посещают мечеть, они любят Аллаха, они любят посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, искренне любят. Но у этих братьев тоже присутствуют есть свои страсти. И у каждого они проявляются по-своему. И если мы на самом деле хотим оставить вот какой-то грех, какую-то плохую привычку, в первую очередь нам необходимо оставить компанию, плохую компанию. Посланник Аллаха, алейхи саллиллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ар-раджулу аля дини халили и фальянзур ахадукум ма йухаллил». Человек находится в религии своего друга, и пусть каждый из вас посмотрит, с кем он ведет эту дружбу. Если у нас есть такая нехорошая компания, и мы не должны обманываться себя, мы должны делать им наставления время от времени. Но мы не должны обманываться, что я вот сейчас буду с ними находиться, что я сделаю им дарва, сделаю им призыв, что они оставят все это. Не оставят они. Ты можешь неделю продержаться, месяц-два продержаться, после этого ты вернешься к этим пагубным привычкам. Плохими привычками они уведут тебя, они сделают тебе свой дарва. Поэтому именно когда мы видим вокруг себя нехорошую компанию, мы должны оставлять эту компанию. Ведь многие кто оставил, ведь именно эта дружба сейчас строится на каких-то наслаждениях, например. Если у нас нету, например, тот человек, который оставил это плохое, оставил плохую компанию, этих друзей нету. Вроде бы номер тот же, адрес проживания тот же, он знает, где он работает, где живет, но этих друзей нету. Почему? Потому что разные интересы у этих людей. Мы должны посмотреть, этот мой друг побуждает меня, чтобы я пришел в мечеть, побуждает меня к тому, чтобы я оставил плохое, запретное, побуждает, чтобы я посетил урок Корана. Если нет такого друга, мы должны оставлять таких друзей и, наоборот, быть ему тем другом, который призывает его к хорошему. إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم. О правоверные, верующие, Аллах тогда обращается к нам. Вы отвечаете Аллаху и его посланнику, когда он призывает, когда они призывают вас, то, что вас оживляет. То есть отвечать покорностью, оставлять мерзости грехи, подчиняться Всевышнему Аллаху Субхану Тааля и посланнику, алейхиссалату вассалям. Именно это то, что нас оживляет, наши сердца, наша телесность и все прочее. Но, однако, конечно, мы в наше время стали очень грубые. Если кто-то из нас что-то не так пускай сделает, мы готовы растерзать этого человека. Пускай даже ему может брат поверит. Мы готовы, озлобленные будем друг на друга. Это на самом деле наблюдается в наше время. И наше поклонение стало таковым, как будто наше поклонение стало для нас обузой. Подчинение Аллаху стало как будто нам обузой. Мы поклоняемся таким образом, чтобы от нас отстали, чтобы нам говорили: почему ты намаз не совершаешь? Почему ты ураза не соблюдаешь? Мы совершаем для этого, чтобы нам от нас отстали. Но так не должно у нас должен быть ихляс. У нас должно быть искреннее намерение во всех айбадах, во всем айбадате делать искреннее намерение ради добра Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. И те вот мертвецы, которые ходят с каменными сердцами на улице, братья и сестры, они являются также нашими братьями и сестрами. Мы не должны их оставлять, мы должны им объяснять, мы должны их призывать, напоминать им. То есть наше поведение, не только мы должны быть в мечети, в стенах мечети быть мусульманами. И именно за пределы мечети, когда мы выходим, идем на свою работу, идем на свою учебу, идем в свои дома, мы должны быть там тоже быть мусульманами. Но порой каким мы замечаем образом? Когда человек, он делает зульму, он обманывает, он может принести кого-то, и своим поведением, своим вот этим поведением он отталкивает людей от ислама. Хотя мы должны быть как магнит,
притягивает людей к исламу своим поведением, своим вообще, где бы мы ни находились, именно чтобы мусульманин был не только в мечети, в стенах мечети мусульманин, но и за пределы далеко мечети. Это очень важный момент. Поэтому именно от нас очень важно зависит наше поведение, наше отношение к окружающим. Именно мы представляем религию ислама. И у каждого человека, конечно, должен быть план. План, что я смогу сделать полезного, что я могу сделать полезного для ислама, для своих близких, для своих соседей, для общества. Чем я могу быть полезен? Это не должен заниматься распространением религии только имам, или ты не должен быть каким-то работником духовенства какого-то. Именно ты, когда ты понимаешь, что такое мусульманин, что ты раб, который подчинился Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, что на тебя смотрят все, ты представляешь религию ислама. Поэтому, дорогие братья, мы должны именно думать, не только когда мы просыпаемся утром, мы просыпаемся, думаем только, как нам заработать, где нам взять деньги. Об этом надо тоже думать. Каким образом, как нам заработать дозволено, чтобы было халяль у нас риск. Это мы должны про это думать. Но постоянно у нас голова об этом озабочена, и переживать за это мы не должны. Мы должны строить планы, но в сердце мы не должны запускать эту тревогу. Потому что Аллах нам риск и так каждому уже предписал. Наш риск никуда не уйдет. Но бывает такое, что тренинги, многие вот, записываются на тренинги, проводят целыми вот эти курсы, проходят. Если взять от 0 до 100%, 100% проходят эти тренинги. То есть как заработать там за месяц 300 тысяч, учат друг друга. На самом деле многие и не зарабатывают, если зарабатывал, он не рассказывал. Но есть кто-то, который может и зарабатывает, но однако именно вот мы замечаем, что они вот, все уроки мы проходим, все слушаем, как нам вот именно заработать эти деньги. Если взять, когда посланник Аллаха, алейхиссалям, говорил, «Хайруком ман та'аллама аль-Куран ва 'алламаху». Лучший из вас тот, кто обучается Корану, и тот, кто обучает Корану. Если взять кружки по Корану, сколько людей у нас приходит на уроки? У нас здесь есть условия, все есть класс, есть преподаватели, которые изучают Альму, которые преподают нам Коран. У нас вот даже в Москву людей собирается здесь, из них сколько посещает уроки? 10 человек максимум собраться из всех у нас большого джамаата. Хотя посланник Аллаха, алейхиссалям, что говорил? Лучший из людей тот, кто изучает Коран, и тот, кто обучает этому Корану. «Ихрау Кур'ана фалиннаму яти яуму ль-кияма шафи'ан ли сахиби». Вы изучаете, читаете Коран, поистине придет день великого суда заступником за своего, кто его читал этот Коран. Просто нам читать Коран. Если мы не умеем читать Коран, нам необходимо его научиться. Если мы умеем читать Коран, нам необходимо читать этот Коран, чтобы судный день он был заступником нам. Это очень важный такой момент, на который, дорогие братья, мы не обращаем внимания. И в Коране Аллах Тааля говорит, бисмиллахир рахманир рахим, «Тумна касат кулубухум мин баъди залика фахия каль хиджара ау ашадду касва». Садакаллаху азим. Затем после этого ваши сердца стали подобны камням. Вот представьте, Аллах Тааля сравнивает наши сердца подобны камням. Или говорит, еще тверже, чем камни. На самом деле, вот если человеческое сердце взять, когда он его окутывают грехи, его сердце становится жестким. И когда человек ты объясняешь, делаешь дарва, объясняешь ему, этот человек не воспринимает тебя, потому что сердце будет чувство. Понимаете? Это сердце надо необходимо смягчать. Именно мы должны работать над своими сердцами. Нух, алейхиссалям, пророк, он 950 лет призывал свой народ. Они ему не ответили. И один раз он призывал животных, они покорились ему. Иной раз бывает, вот правильные инстинкты лучше, чем испорченный разум. Поэтому, на самом деле, если мы посмотрим в наше время, множество есть взрослых людей, у которых отсутствует мудрость. И мы должны задуматься об этом, что мы тоже взрослеем, что мы тоже вскоре станем взрослыми стариками. Есть ли у нас мудрость? Чему мы научились за эту жизнь? Чем мы можем вот, да, научить молодое поколение? На самом деле этого не хватает именно взрослых мудрецов, которые дадут поддержку молодежи, которые именно подскажут им, укажут им, поддержат им их на правильном пути. Это очень важный момент. Момент постараться, конечно, делать джамаат, намаз, фаджр, намаз. Это самый ценный намаз, за который ожидается огромное воздаяние от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И нам необходимо, конечно, быть усердными в религии, подобно тому, как мы усердствуем в нашем дуньяле. Как мы в нашем дуньяле, когда мы уходим, как мы усердствуем? Мы можем заранее встать,
куда-то пойти, что-то там, перенести какие-то невзгоды, чтобы достичь вот этого мирского. Вот таким способом, таким же темпом мы даже необходимы на усердстве религии, в помощи религии, в распространении религии, в своем поклонении. И когда мы хотим что-то добиться именно в ахира, нам необходимо проявлять усердие. И, конечно, дорогие братья, в конце нам необходимо делать побольше дуа, таким же образом, как мы просим ахира, таким образом, как мы просим дунья. Когда мы просим, скажем, я вам дарую мне то, третье, десятое, как мы в мирском просим, каким усердством мы просим это, именно необходимо просить и об ахират, чтобы Аллах облегчил нам поклонение, чтобы Аллах облегчил нам тахджуд намазы и так далее, и так далее. Пусть Аллах даст нам всем ахву, даст нам правильное понимание религии, усердие в религии, чтобы Аллах Тааля укрепил нас на религии ислам. Акулю каули хаза ва астагфиру Аллаха ли ва лакум фа я фазлюл мустагфирин. Астагфиру Аллах. Раббана ла тузигх кулубана баъда идз хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма. Иннака антал ваххаб. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصكم ونفسي العافية بتقوى الله تعالى فاتقوا واطيعوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كلهم عامة آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والسليم وقيم الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Что за гамма?